Всем привет, меня зовут Наталья Усачева, я дипломированный практикующий психотерапевт. И сегодня я расскажу тебе 5 главных способов, как справиться со стрессом в текущей ситуации. Первое, что тебе нужно сделать, это дать себе право. Да, я имею право сейчас испытывать стресс. Наверное, ты замечала, что в стрессовой ситуации мы либо замираем и перестаем дышать, либо, наоборот, учащенно дышим и поддаемся чрезвычайно эмоциям. Поэтому подготовительный этап к любым способам – это найти опору и начать медленно и глубоко дышать животом, делая глубокий плавный вдох носом и медленный выдох ртом, отпуская напряжение. Способ 1. Выпиши все, что у тебя сейчас вызывает стресс. Когда ты выгружаешь на бумагу все эти стрессогенные факторы, поверь мне, тебе станет намного легче. И вот, когда ты увидишь на листе бумаги выраженный стресс, посмотри, какие конкретные действия тебе сейчас необходимо совершить, какие действия, наоборот, можно вычеркнуть и какие ресурсы у тебя есть для того, чтобы с этим стрессом справиться намного быстрее. Способ 2. Если ты чувствуешь слишком много эмоций, ни в коем случае не подавляй их, а сдайся им. Если нужно, прокричи, если нужно, прорычи, если нужно, протряси свое тело. Таким образом, ты заметишь через пару минут, что тебе станет намного легче, и состояние спокойствия и опоры на землю, на стену, на что угодно, ты почувствуешь, что можешь уже более здраво рассуждать. Способ 3. Найди позитивное зерно в стрессовой ситуации. Какие возможности открываются благодаря ней? Для какого роста случается эта ситуация? И какой вызов ты можешь бросить сам себе благодаря этой стрессовой ситуации? Способ 4. Выпиши, какие конкретно ресурсы и блага у тебя есть, чтобы пережить этот стресс. Способ 5. Переключи свое внимание на другие виды деятельности. Особенно полезным будет спорт, медитация, прогулка и даже обычный душ поможет смыть с тела все это напряжение. Обязательно дополняй эти способы антистресс-формулы от бренда НФО Magni B6.